Цель правительства ФРГ привить 80% жителей до 7 января не будет достигнута. Теперь эту норму хотят выполнить до конца января. До сих пор первую дозу вакцины получили около 74% жителей страны. Федеральный конституционный суд Германии опубликует на этой неделе свое решение о сортировке в пандемию коронавируса. Медицинская сортировка означает, что врачи выбирают, кого спасать, а кого нет, когда интенсивная терапия перегружена. В Германии начали применять более строгие правила въезда из США, Испании, Португалии, Финляндии, Кипра и Монако. Любой, кто не прошел полный курс вакцинации или не выздоровел после COVID-19, должен будет находиться на карантине в течение 10 дней. К другим новостям. С января в Германии поменяется маркировка молочных продуктов. Теперь производители будут указывать, в каких условиях содержатся животные и насколько высок уровень их благополучия. Большинство немцев с оптимизмом встречают 2022 год. Согласно результатам опроса, 53% респондентов заявили, что они с большой уверенностью смотрят наступающий год. Любопытно, что среди жителей восточных федеральных земель оптимистично настроенных людей несколько меньше, чем среди тех, кто проживает на Западе.